прыгают. Алло, ребят. Это охуеть. Мы сидели в кинотеатре на четвертом этаже. Просто забежала женщина и закричала, что надо бежать. Все бежали. У меня мы с детьми, нас 7 человек. И мы выбежали, нам никто не может помочь ничем. Вы не пострадали? Нет. А вообще пострадавшие были? Были, разбивали окна и оттуда прыгали. Много людей прыгало? Много. А что вообще произошло? Вы видели вот сам пожар? Нет. Нам на никто не помогал. На четвертом. На четвертом этаже? Ну, мы пошли на детские передачи. Мы с детьми. А сейчас нам никто не... стоит тут, мы раздетые сидим. Понятно. А еще кто-то с вами был? Кто-нибудь может со мной вообще? Нет, мы все раздетые, мы греемся, мы не знаем, что делать. Так, выскочили. Нет. Мы раздетые выскочили, одежда не до одежды, у нас дети, у нас маленькие. А народу много было там? Очень. Полный зал, поди полный сессии. Ну, мы поди полно было. Но только с нами четверо детей наших. А вот там, говорят, еще контактный зоопарк есть. Ну, есть, мы не знаем. Ну, то есть автоматическая система пожаротушения, она не сработала? Нас просто молодой парень, который сидел с нами, он нас сопровождал, помогал, говорит, люди, давайте сами. То есть никакой сирены, ничего не звучало? Нет. А пожарные быстро вообще приехали? Мы вперед убежали. Ну, сказали, что там 4 ребенка погибло. Погибло, да? Да. А вот, говорят, с окон выпрыгивали. С окон, да, с окон выпрыгивали. В ВК в группах и 2 видео, как мальчик 8 лет выпрыгивал. Выпрыгивал? Да. Но он, с Москвы там позвонили уже и сказали, что выпрыгивали, лежали на земле люди. Выпрыгивали уже, да.